всяко живем в Казахстане, то есть как бы тут все понятно, да, то есть марли, марихуана, то есть как бы это легалайзинг. Я просто переживаю за легалайзинг. Я жду не дождусь, когда в Казахстане легализуют марихуану просто однозначно. Следующий вопрос какой? Гражданская оборона, это Егор Летов. Вот. Тоже хороший человек вообще по большому счету. Вот. Боб Марли, Питер Тош, это вообще на первом месте. То есть как бы люди стоят, они постоянно. Вот. То есть регги, мягкая регийная музыка, это на первом месте. Понимаешь? Белый регги — это не регги. Регги должен быть черным. У них тексты все-таки черных? Нет. Блюз могут прожить только евреи, черные и русские. Покажем, Мик Джаггер, белый ритм и блюз. Нет, никак.